Приступаем к слушаниям. Предлагаю сторонам ответить на вопрос. Оказались ли государства постсоветского пространства стабильными, устойчивыми? Я прошу ответить на этот вопрос Сергея Бабурина. Стали ли государства постсоветского пространства устойчивыми? Беловежское соглашение, бесспорная катастрофа, породило 19 государств. Конечно, никакой устойчивости нет. О чем говорит сегодняшняя трагедия Киргизии, кровь льется там. 100 тысяч мирных жителей, погибших в Таджикистане в 92-м году в результате гражданской войны. Значит, в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, в том же Карабахе, 92-й и следующие годы обострения военной ситуации и взаимная неприязнь и ненависть. Я прошу прощения, ваше время истекло. Беловежское соглашение, бесспорная катастрофа. Обострение военной ситуации и взаимная неприязнь и ненависть. Взаимная неприязнь и ненависть.